Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Йоу. Всем привет. Всем привет. Вот, решил не фристайль, так просто включить. Здравствуйте, здравствуйте, Серафим. Рад вас видеть. Привет, Кейти. Как ваши дела? Ожидаю, просто ждать приходится ждать. Кое-кого. Ну вот, решил проверить. Стер пыль с Инстаграма. Привет, Лаки. Знаете, вот, все знакомые лица. Андрей Смолы вот не ходит в мастерскую, пропал. Уанзи. Все, в общем, какие-то знакомые все лица. Вот. Да, охренеть, конечно. Да, сегодня жарко, но я, видишь, я сегодня в куртке, как настоящий король. Вот катаюсь на самокате, тоже как настоящий король. А, жизнь в порядке. На самом деле, куча всего происходит. В общем, достаточно лайтово проходит лето. Работа есть. И, ну, в основном такая приятная, прикольная. Единственное, что, конечно, наверное, надо писать песни. Но я не могу себя заставить. Вот. Времени мало, скоро приду. Но мы ждем, конечно, в мастерской. Потому что сейчас вот в субботу выезжаем в мастерскую. 12 человек где-то. Может быть, 11 человек в мастерской из Москвы. Вот. И надеюсь, что кто-нибудь из наших победит. Данов. Вот. Ну, конечно, больше ставлю на Артемия. Потому что мы с ним в паре. И будем разъебывать всех. Вот такая вот движуха. Поживаю. Ну, в целом, да, в целом в порядке. Прикольно. Сегодня тоже у меня по понедельникам я обучаю фристайлу чуваков из импровизации. Да. Андрей, да, в Питер мы едем. На фестиваль V1 на улице. В прошлом году летний V1 я запорол, конечно, Seven to Smoke. Я выиграл только один раз у казака, который стал победителем в итоге. К сожалению, не было времени потом мне дальше уже отвечать, поэтому я расстроился немножечко. Так, что еще? Да, Саня, буду участвовать на V1, конечно. Я могу сказать даже почему. Потому что разнылись мои товарищи, которые участвовали в батле, что я тяну своих, тащу. И т.д. и т.п. И поэтому я предпочел участвовать сам, лишь бы не слышать нытье. Ну и к тому же, конечно, участвовать гораздо веселее, чем судить. Судить это заебищно. А вести V1 я не могу, потому что там есть комар. Поэтому вот такая вот моя история на V1. А просто не ездить, просто смотреть, это еще скучнее, наверное. Ну вот. Что ты, девушка, делаешь здесь? Я смотрю сторис. Вот. Ну вот все, дождался я человека. Будем показывать периодически друг на друга. Вот. Все, дождался я. Женщина. Еще не дождался, я пойду собираться. Ну иди собирайся тогда. Вот. Леша Бо. Люди из прошлого тоже какие-то залезают. Удивительно, конечно. Инстаграм такой, конечно, самая такая живая сеть. Потому что, не знаю, я увидел Лешу Бо, допустим. Давай, я не слышу. Ты там говоришь, я не слышу. Давай, иди, собирайся быстрее. Вот, в целом такая движуха. Воин слова, ебой. Вот, я надеюсь. Я, конечно, в основном на этот V1 делаю ставку на Артемия. Что Артемий меня будет тащить, что он будет делать дела, охренительно фристайлить.
и это будет весело и круто. Вот, потому что ему пора уже появляться. Ужас какой. Пора появляться Артемию уже в общем, ну, на каких-то больших ивентах. Это будет первый ивент. Зачем прогнал куда-то? Но она собирается. Она пойдет собираться еще. Быстрее, если ее прогнал, значит, она быстрее вернется сюда. И значит, мы быстрее закончим трансляцию. Вот видишь, машет рукой. Уже где-то там. Собирайся. Вот. Ну, короче, надо фристайлить. Потому что когда я фристайлил, периодически хоть какой-то народ собирался. А так вот 4 человека просто. Интервью не моя сильная сторона. Magic Mark. Вот Марк появился. Вот. Как вам фанец охренительный сзади? Wave 2099. Посмотри, Wave. Вот я уже самокат еще даже себе взял. Приходится еще дому кататься. От Китая города доехал до Бауманки. Наверное, минут за 20. Охренительно просто быстро. Вот. Ну, конечно, не так быстро, как на велике, но удивительно. На Вэйде не будет мастер-класс. Я буду участвовать там. Как все, я даже отбор буду проходить, как мне кажется. Как я подозреваю. Вот, так что мы из Москвы привезем. Ну, из Москвы, включая меня, приедет 6 пар. 8 проходит дальше. Ну и посмотрим, что там в Питере, как у вас там с движуха. Ну, конечно, я думаю, будет Роа и Саморез. Они 100% пройдут. Ну, какая-то пара. Я так понимаю, что этот самый Шелл будет с кем-то тоже, ну, должен пройти, по идее. Потому что, ну, 2 раза он выиграл. Нет, к сожалению, не электро у меня. Скутер, обычный скутер. Ну, я его отдам племяннику. Я хотел проверить вообще, как на нем кататься. Зак, ну ты если приедешь на Лагереево, ну или хотя бы на шоссе энтузиастов доедешь на этом, на МЦК, можем катнуться с тобой по-королевски, это не проблема. На своем балконе с Ксюшей будем сайфер снимать. Бро, ну давай, я правда приезжаю вот в 6 часов я уже приезжаю, даже в 5 я приезжаю, наверное, заканчивается баттл, и уже в полночь у меня поезд обратно, красная стрела. Поэтому надо как-то очень супер быстро торопиться. Что с голосом? Не знаю. Такой вот у меня голос. Вот. Голос как голос. Я вообще могу, да, вело какой-то прогон дикий можно сделать. Матрас 711. Саратов. Саратов на связи. Йоу, здорово, привет. Как, братан, дела? Не бухаешь уже? Так сильно. Вот. Ну, в целом, достаточно весело. Басист, слушай, ну басист и голос. Мне, знаешь ли, уже возраст не позволяет. Хотя, да, я чувствую, что какая-то такая есть тяжесть в голосе. Ну, не знаю, у меня мастерская сегодня была. Сегодня 3 часа. 2 часа, считай, фристайлил. Вот такие дела, катаны. Так. Ну что, расскажите мне что-нибудь. Потому что, ну, мне особо футболян тебя, наверное, нет смысла звать. Слушай, бро, ну, я бы сгонял футболян. И, ну, только я плохо играю, понимаешь? Я уже 3 года, наверное, не играл в футбол. Ну, вообще, если ты позовешь, я могу теперь. Я могу прийти и захерачить. Ну, это не небольшая проблема. Ну, ты просто назови время. Если это не понедельник и не среда, то вполне возможно. Вторник, четверг я могу сгонять. Вот, привет, Водолаз. Водолаз и матрас. Вот объединились 2 братана. Теперь все в порядке. Теперь Саратов. Можно не бояться за будущее Саратова фристайл. Я буду заполнять заявку на грант, между прочим. Скоро, возможно, получится сделать фристайл мастерские в разных городах. Надеюсь, что... Ну, хотя, я не знаю. Ну, в общем, надеюсь, что получится мне поездить по городам, пофристайлить, поугарать. Макс, ВШЗ. Как дела? Фристайл батл? Бро, фристайл батл. Вот едем в Питер. Следующую субботу будет. Воскресенье следующее. Ну, через одно воскресенье тоже будет батл какой-то. Вот Артекрю, ты решил таки расширяться быстрее? Нет, Артекрю. Я не думаю, что это какой-то хитрый ход маркетинговый, чтобы какой-то интерес к персоне. Все люди, которые мне пишут, всех я знаю лично. Поэтому я не думаю, что... Ну, просто реально жду Аллу и думаю почитать книжку, стать умным пацаном. Или,
Или пообщаться с вами и стать немножко глупее. Я выбрал второе. Потому что с вами общаясь, я только умнее становлюсь. Гоу на АФП. Слушай, Зак, наверное, нет. Наверное, в этом году тоже не будет. Буду ли я участвовать еще в батлах не фри? Конечно, я не против поучаствовать в батлах. Тем более, парные батлы мне прикольно, потому что я могу там в следующий раз поехать с Ксюхой. Ну, или если она будет занята там, с Купой каким-нибудь, с клевыми рэперами из фристайл-мастерской. Вообще, я надеюсь, что у нас получится найти какой-то баджет, чтобы вызвать фристайл, чтобы фристайл-мастерская вызвала на другие площадки по их правилам. Мы готовы под биты, и в тишине какие-то ребята готовы. У нас уже есть такая сила. Мне интересно, конечно, посмотреть, как наши парни будут сражаться с топовыми чуваками из других вот батл-лиг. Ну и вообще, могут ли они что-то на этом показать? Нет, я имею в виду не про тебя, все, я понял. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы были филиалы мастерской, но это маловероятно, потому что, я действительно идеей горю, и я думаю, что вряд ли есть чуваки в других городах, которые тоже этой идеей горят, и кто-то готов к ним будет ходить и платить им деньги, это очень, очень маловероятно. Ты был горяч на 8-м официальном батле. Спасибо, бро. Я тогда был молод еще. Тогда я был young. I'm beautiful. Сейчас, конечно, все, я стар и отвратительный. Но у меня есть фристайл-мастерская, где мы, соответственно, делаем наши дела. Это, можно сказать, наша студия. Вот, поэтому, можно сказать и так. Я обучаю фристайл сейчас. Можешь посмотреть внизу, покрутить видосик, где я, соответственно, занимаюсь, про фристайл-мастерскую можно узнать. Вот. Это мое дело, которое меня радует очень. 8-й в официальной Урбании. Да, Зак, слушай, мы знакомы с тобой уже, наверное, лет 16 точно. Ты так же трезво на трезвой волне, сколько весишь. Слушай, вешу, наверное, 95-96, я думаю, вешу. Конечно, трезвая волна. С 2004 года я не бухаю. С 2004 года ебнуться. Больше десятилетия. Вот. Да, до хера, и я не бухаю. Вот, такие дела. Конечно, да, очень, очень скучно я общаюсь. 108 матрас. Но я видел, что на фоточках совсем уже стало это самое. Раздобрел, как говорится. До сих пор качество 240 на компе есть ваш батл с Арчи и АМС второго вроде. Есть батл... Батл Москва и Нью-Йорк, это так подавалось. И мы батлились с Нойзом против чуваков Арчи и AMC, да. Это было достаточно эпично. О чем материшься-то? Прошу прощения. Матом больше ругаться не буду. Не помню, когда я матерился в последний раз. Здесь я не слышал. Раз тебя души с Дюком не общаешься уже. Слушай, мы не виделись тогда. Дюк что-то приходил на фристайл батл, но потом что-то пропал, вообще не вижу. Не знаю, чем он занимается. Надеюсь, все в порядке. Привет из Питера. Тимофейник. Мы с тобой же гоняли с Артемием Лебедевым. Или нет? Вроде с тобой. Что-то похоже. Батл был классика жанра. Да, Москва и Нью-Йорк. Катаны. Так что Оксимирон был второй, который батлился с зарубежными представителями. Вот, и тут, видишь, не успел. Нойза возьми в пару и вызовите кого-нибудь. Я Нойзу говорил, я Нойзу предлагал. Я предложил ему побатлиться с Гнойным и с Замаем. Это было бы, на мой взгляд, супер эпично. Но Ваня подслился. Ваня говорит, не хочу, пиарить, чуваков. Это, мне кажется, одна из причин. А так, у Вани, на самом деле, до хрена концертов и какие-то такие больше проекты созидательные. Он же семейный чувак. Ему, конечно, не хочется уже батлить. Он же, понимаешь, я выхожу, да, когда-то, может быть, у меня будут дети, да. Но это же будет совершенно другое время. А Ваня сейчас уже, у него достаточно осознанные дети. И он должен примером подавать, быть, примером. И когда он кого-то диссит жестко, это, наверное, не так прикольно. Он не должен, наверное, так выглядеть. Наверное, это один из стоп-факторов. С Бастой, допустим, и Гуфом. Есть такое было предложение по батлесу, я думаю. Но они, я думаю, не хотят сами. Они уже тоже уже осадились. Видишь, прям люди как на пару минут заходят и общаются. Не могу удержать толпу. Но я знаю, у меня есть секретное оружие, чтобы сделать это. Что вы скажете на это, псы? Что, ничего не получается?
Нет, хочу спасать. Вот. Вот так вот. Так я думаю, что шансов у меня гораздо больше. Ты же батлер с Бастой. Да, батлер с Бастой. Но это было давно. Вот. Что еще можно? Откройте рот. Не хочу. Так, косни, чтобы изменить. Ой. Короче, ладно, пофиг. Думаю, это тоже не сработает. Вот Алла собирается как долго. Просто охренеть можно. Да. Угу. Дети, точно как быстро чуть уже дети. Бать. Ахаха. Ну, не совсем понимаю, что ты пишешь, бро. Так, Тилс. Роман Тилс присоединился. Ну все. Теперь уже царский эфир. Теперь эфир приобретает статус культового. Потому что к нам присоединился Рома. Вот. Скоро будем смотреть батл Романа с Набинабатом на площадке за Б. Лаки НСК. Годы с 2007-го знакомы с твоим творчеством. Бро, респект тебе. Здорово, что каким-то образом ты еще и тут оказался. Ну, подписался в Инстаграм. Это действительно, действительно, ну, такой, знаешь, витиеватый путь. Надо проделать было, чтобы оказаться здесь, в этом эфире. Респект тебе, Старков, СПБ. Кстати, если ты в Питере, то приезжай на В1 21 числа. Мы с тобой увидимся. Заодно поболеешь за меня. На восстание 1 21 числа. Баттл будет фристайл. Матрас. Кто это Рома? Матрас, ты больше не друг. Раз ты не знаешь, кто такой Рома Тилс. Быстро набирай Рома Тилс в Ютубе. Ну и просвещайся. Так, кто у нас там смотрит? Ну да, я, конечно, от вас хотел бы прочитать какие-то пожелания, потому что, ну, мне это сказать нечего. Я вот хотел на радио устроиться, но потом понял, что ничего, не могу я долго разговаривать. Нам присоединился Екатерина Непрук. Это величайшая басистка российская. Ну, вообще, не только российская. Вот. Катя, я скучаю. Вот. Недавно встретился с Зарютой. Мы были на эфире на радио «Говорит Москва». На самом деле такая движуха происходит. Я просто что-то не умею освещать. Злой живет в Москве. Ну вот пусть в мастерскую уходит учиться. Если он богатый такой стал. Пусть вот будет прокачивать фристайл. Вот я думаю, что Злой, вот видишь, может ходить в мастерскую и стать уже Оксана Мишура. Привет, Оксана. Как тебе таблоиды новостные? Какие именно таблоиды? Я еще выкасил в твоих радиоэфире, что были на стенах. Там ты еще фристайл частенечко. Да, было такое время. Пойдем вместе, будет какая-то движуха. Вот, привет, Оксана. Вот и Злой пришел сюда. 10 человек, ребята. Мы просто рекорд бьем. Мы просто бьем рекорд. Здорово, Злой. Настолько ли ты злой? Настолько ли ты злой, братан? Bird 18. Вот. Левка. Да, это именно я. Вот. Если вот, кстати, Катя, один из тех людей, из редких, я смотрю, слежу за твоим инстой, за твоей инстой. Достаточно так хорошо ты ведешь. Можно сидеть смотреть. Вот, а в целом неплохо. Дигерай. Мечтаю попасть на фри-баттл. Бро, мы фристайл-баттл устраиваем раз в неделю, даже два раза в неделю. Вот, только надо платить за то, чтобы на них участвовать. Диггер МС говно, ёпта. Здорово, диггер МС говно, ёпта. Вот, здорово. Вот, такие дела. Рад видеть всех катанов. 11 человек. Значит, можно загадать желание. К сожалению, блин, я бы, на самом деле, наверное, я мог поставить минус. Но бабки не проблема, бро. Ну, а что ты тогда? Как тебе попасть? Где оно? Ну, ты в ВК напиши мне, я тебя добавлю в чат. В среда 19:00 приходи. Обогащай меня. Вот. Как в лучшие времена. Как всегда вот это происходит. Вот. Как тебе попасть? Есть анонсы. Мы собираемся по средам уже на протяжении 3 года, мать вашу, с ума сойти. Вот. Там я обучаю фристайл.
если есть желание, ну, реально хотите заниматься фристайлом. Вот, это как будто дружить со мной, но за деньги. Вот, все очень, очень просто. Самый легкий способ. Зак, к сожалению, вот видишь, не хочет ходить с нами. Вот Ксюша наконец-то появилась. Ксюша и Алекс Индиго появились. Вот как тесен мир. Ну, участие в вашем эфире. Ксюша на Клоусоп. Сейчас, катаны. Сейчас начнется горячо будет. Рапагона Версус. Ну, вот не зовет мне ресторатор, да и не с кем мне. Сейчас. Здорово, Ксюха. Просто ёбаться, у нас просил выёбываться на батле, не говорить ничего про мамку, про девушку. Просто весь батл читал. Да, кстати. Йоу, бро, вот я слышал такую историю, Ксюха мне рассказывала, что ты говорил, типа, Ксюхе, давай только не будем про ман, про девушку, а сам разъебал ее супер жестко. И вас освистала толпа за это. Алекс, ну как же так, ты такой охуительный пацан. Так я тебя респектовал. Ну, видишь, вот, а Ксюха ябедничает. Такая она ябеда, что просто с ума сойти. Я вот, Ксюху ограничил, не дал ей панчить на жесткие вещи при этом. А сам такие вещи вообще начал признавать. Ну, короче, Алекс, очень стыдно тебе должно быть. Вот, кстати, что ты думаешь, текст против трек алфавита против вас? Реально бомба вышла. Ну, я не знаю, если текст почитать, то он достаточно такой, очень простой. Вот. А три, ну, как бы, ну, мне интересно, что будет 30 лет с алфавитом. Надеюсь, что он будет суперзвездой. Алфавит звонит мне. Надеюсь, что он к 30. Да. Так, нужно организовать свою батл-лигу. Один раунд акапелл, один подбит, третий фристайл. Тут настоящий батл был бы. Такое ощущение, что Лёва сидит на шишке. Павел Паратор. Господи, какие люди, с ума сойти. Так, Ксюха фонит, связь не найс. Да, Ксюша, фонишь. Потише сделай, типа, микрофон, наверное. Все, короче. Ну, короче, да, иди, не хочу тебя. Уже, ты мешаешь нам. Все, рад был тебя. Да. Вот. Ну, такая же трансляция сакральная. Короче, да, Ксюха мне про мамок Макс предложил. Ну, короче, не знаю, ребят, разбирайтесь сами. Злой берет, говорит, всех. Ну, злой постоянно, говоришь, всех уберет, а в итоге как бы просто не придет. Вот. Весы он, может быть, уберет, чтобы не было стыдно вставать. Алина Прокофьева, привет. СПБ Гукит. Так, я уже рассчитываюсь. Видимо, с двух экранов. Ксюх, тебя почти не слышно. Ну да, Ксюха, у нее какая-то проблема. Вообще айфоны не стоит покупать, катаны. Алла ушла, говорит, я сейчас быстро соберусь и приду. И вот ее нет. Алла, я тебя жду. Вот, если ты смотришь меня. Вот, в целом, ну, конечно, я хочу поучаствовать в каких-то батлах, но, опять же, я участвую в батлах в случаях, когда мне платят деньги какие-то нормальные. Ну, я не хайповый чувак, чтобы каждая площадка готова была платить. Даже слово МСК нормально забашляли мне, это было прикольно достаточно. Вот, какие телефоны советую? Ну, Google Pixel, Honor 10, например. Ну, и OnePlus 5T. Ну, даже наверное, первым назвал OnePlus 5T, потом, наверное, Google Pixel и т.д. и т.п. Злой хочет батлить с Ксюшей. Злой, ну ты приди, ты можешь в эту среду побатлить с Ксюшей. И ты все поймешь. Нарвать, так ты заебись зачитал. Спасибо, бро, я старался. На самом деле, конечно, я забыл 4 строчки. И, ну, я их вытащил. Никто не заметил этого, но я страдал, когда читал этот раунд. Потому что, блин, и самые прикольные строчки я проебал. Так, пару слов о творчестве ЛДЖ. Мне интересно. Ну, прикольно. Я не знаю, ну, как бы чувак, ну, свою жизнь превратил вот этот образ в эти все дела. Вот. Ну, это достаточно смело. Я бы так, ну, не делал. Ну, не смог бы сделать. А чувак реально взялся. Притом он из каких-то там глухих ебеней. И вот он, пожалуй, самый модный пацан. И навевает нам чувство вкуса. Вот, респект. Респект таким пацанам. Что еще могу сказать? Вот, Алла уже все закончила. Пропаленный стоник, вообще круто было. Спасибо, катаны. Слушайте, я обязательно еще... Ну, 20 человек это достаточно приятно. Я когда-нибудь, может быть, даже
Злой прошел кастинг на песню на ТНТ. Да, ладно, с тобой будет батл на любой площадке. Неважно. Слыхал, что 228, 16 независим. Да, слыхал, что он выиграл. Он хороший делал. Ну, он прикольно был, делал батл. Я слушал, заценил даже. Ну, ему надо было закрыть гештальт, и он это сделал. Респект 228. На самом деле, когда я слушаю батл, вот я залез на этот вот независимый батл, посмотрел, что там происходит за движуха. И чисто угорел, конечно, от того, что это реально, как будто 2007 год. Очень мило. Так, Сир Горек. Ну, у нас все, просто СПБ Гукит весь. Я сейчас сижу, конечно, что, сможешь лежать на камнях, тут еще лежу. Вот. В общем, рад был всех видеть. Вот. Рад был. Я надеюсь, еще приду. Ну, блин, прикольно, на самом деле, повидать старых каких-то знакомых. Удивительно вообще. Вот, по делу, может быть, еще какие-нибудь трансляции. И будет прикольно. Рад был, в общем, действительно, всех видеть. Респект, катаны. Всем пока.